Оказывается, действует перчаточно-масочный режим. Вот. У нас в Удмуртии такого нет. По крайней мере, пока. Или уже, надеюсь, не знаю. В общем, мы вот такими перчатками пользуемся из машины. Это все, что у нас было. Ну, надо было просто, на самом деле, заехать куда-то и купить. Но пока вот обходимся такими. То есть, чтобы зайти в торговый центр, пришлось вот заходить в перчатки, тебя измеряют температуры. Ну, и обязательно у тебя должна быть маска. Сегодня последний день перед забегом, и это очень важный день. Нужно успеть побегать совсем немножко, чтобы ноги были в тонусе, буквально там 15-20 минут легкого бега, и чуть парочку ускорений, наверное, сделаю, и все. И самое главное, сегодня нужно получить стартовый пакет. Это тоже очень приятная штука. Ну, естественно, забег более приятная вещь, но получать стартовый пакет — это тоже классно. Пойдем погуляем на экспо. Скорее всего, оно будет не очень большим, потому что пандемия, вот это все, волнение снова нарастает. Это прогноз погоды на завтра, в день старта, в 9 утра, когда мы должны стартовать. Короче, показывает 10-20 метров в секунду, и это как бы, ну, очень большой ветер, очень сильный ветер, потому что я посмотрел даже по шкале Бофорта, есть такая шкала, которая классифицирует силу ветра, и это практически шторм, то есть 25 метров в секунду — это уже прям шторм-шторм. А здесь около 20, это, чтобы вы понимали, это когда толстые стволы деревьев наклоняются, и ветер срывает кровлю с крыш домов. Вот, короче, я должен бежать якобы при таком ветре. На самом деле, может быть, не будет все так жестко, потому что мы в городе, но явно это помешает бежать так, как я хотел, не знаю. Посмотрим. Так, ну мы едем на экспо получать стартовый пакет для моего забега. Так, кажется, нам нужно направо. Ох, что это движение в Казани всегда, блин, ну, более агрессивное, более сумасшедшее, более... Оно, несмотря на то, что там везде ограничение 60 километров, там, или где-то 40, но оно какое-то, я не знаю, в общем, многополосное, непривычное. Ну, ладно. Короче, мы едем на экспо, и оно работает с 3 часов, вот сейчас оно должно уже открыться. Посмотрим, погуляем. Я не думаю, что экспо будет сильно большим, потому что, ну, все-таки я посчитал количество участников, которое планируется. До 1000 человек, по-моему, всего будет, то есть не очень много. Экипировались, но, оказывается, мы зашли не туда, здесь заходят только волонтеры. А мы участники, точнее, я участник, поэтому нам нужно сейчас обходить. О, класс, МЧС тут меня предупреждает, что завтра будет до 23 метров в секунду. Класс, да, мы завтра бежим. А еще мы пришли немножко рано, по ижевскому времени. А нам еще полчаса торчать, короче, не открытый еще экспо. А вот там самая большая экспо в мире. Но надеюсь, это, конечно, не экспо. Но там что-то продают. Thank you.
общем, дождь, и стало прохладно, и это 1 августа, завтра 2 должно быть так же примерно, но есть надежда, что как мы разбегаемся, там ко второй половине дистанции будет получше, потому что прогноз, опять же, получше к обеду. Но вот бежать в такой дождь в 17 градусов, которые ощущаются, ну, где-то, не знаю, на 10, может быть. Ой, не знаю, в майке ли бежать. И у меня нет нарукавников, ничего нет, я как бы хз, что делать? Покупать сейчас, срываться, ехать куда-то или нет? Ночь прошла прекрасно, спал как убитый, не знаю, все хорошо, кроме одного. Это погода, потому что я выглянул сейчас в окно и действительно, ну, во-первых, я проснулся и сразу услышал шум, я думаю, это что, поезд рядом с нами какой-то едет или что? Нет, это просто ветер гудит от того, что вот он, ну, во всякие там, не знаю, окна задувает или еще куда-то, и вот, ну, реально звук такой. Ну, прогноз немножко смягчился, 7-14 метров в секунду, но это по-прежнему дофига, потому что я вижу, как гнутся на улице деревья, флаги как там какие-то, не знаю, развиваются просто сумасшедше. Как мы побежим? Ну вот, меня это больше пугает. Вот так, погодка 16 градусов, все, все. Ем кашку сейчас за 2,5 часа и булочку, вот всякие сладкие вещи. Все пока по плану, кроме погоды. В общем, мне пока стало холодно, пока мы идем до арены, я решил, что пора приодеться. Вот такие штуки у меня есть, перчатки, вот эта повязочка, но никаких ветровок, ничего я не брал. Вот. Все, что есть, хотя бы так тепло сохраню. В общем, почему мы так много записываем про этот марафон? Ведь это всего лишь забег РФ, это даже не, не знаю, не московский марафон, это не казанский марафон, это не какой-нибудь пермский марафон. А забег РФ в период пандемии собирает мало количество человек, ну, просто потому что есть ограничения в городах. Но, тем не менее, для меня это первый официальный забег в этом году, который прямо разрешили в Казани, по крайней мере, потому что во многих городах запретили, и его можно пробежать вживую. Вот, поэтому столько радости, я, считайте, не бегал с прошлого года официальные старты. Ну, там в начале было что-то в манеже в начале года, но это как фигня. Вот сейчас первый массовый старт, наконец-то, поэтому мы записываем про него, я рассказываю про него и, в общем, погнали. Понимаю, накопитель еще не пускают. Вот люди стоят. Дорогие друзья, я хотел бы еще раз напомнить о обязательном наличии масок. Наденьте маски, друзья. Это... Ну все, я пошел в накопитель стартовый. Ушки прикрыли, самое главное. Вот, ну, возможно, руки замерзли. Маска. И маску надел, да. Маску я сразу выкину. А, нет, я ее сложу в мешочек. Ладно, все, давайте. Я тут. Так.
можешь найти своего пейсера на час 30. Дорогие друзья спортсмены, сегодня давайте расскажем о том, что драфтинг официально разрешен. Что это такое? Вы можете стать для вашего соперника, если вы зрителя больше вас для того, чтобы защититься от ветра. Да. Бегите спокойненько за ним, и когда останется отдельно. Не пытайтесь использовать драфт у пейсмейкеров, потому что их волнорезы как раз будут управлять. Сегодня старт будет у нас с разницей по 5 секунд каждый волн. Крестиком специально для вас сначала написали ваши имена, потом решили на старт пробежали, у вас будет возможность снять маску. Я уверен, что для бега будет не совсем комфортно бежать вместе с ними. Пробежать дистанцию может быть без маски, но забегая обратно. Пожалуйста, очень внимательно относитесь ко всем судьям, как в стартовом городке, так и на дистанции. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Важен вот момент, когда ты сначала ты начинаешь бегать, потом ты начинаешь ненавидеть бегать, и только через какое-то время ты начинаешь любить бег, да? Важно пройти через эти моменты. По-моему, даже лучше, чем ты хотел. Ну, мне показалось, трасса немножко короче на... Ну, или я сокращал метров там на 50, может, меньше получилось. Ну, блин, бежишь вокруг этой арены, она какая-то бесконечная, короче, еще вот по этой площадке. И один, как бы, никого уже нет, впереди, сзади. Все где-то там в конце, ну, нормально. Короче, вроде все хорошо. Я там пристроился за чуваком, который ну, на час 30, вон он. А там в одну сторону ветер, получается, а в другую в спину дует, вообще нормально. И он тебя прикрыл от ветра? Мы там вдвоем, короче, с чуваком вот за ним бежали. Да я ему руку пожму хоть. Очень вкусно. Я думал, как я побегу, и финиширую, побью какую-нибудь колу, а потом вспомнил, что мы не купили колу. Так что... Да нормально, чё, как все по плану вроде бы. Я сначала расстроился из-за ветра, потому что бежалось тяжело, вот сразу в первый круг. И вся вот эта прямая, она вся, все ветер. Я еще хотел кепку скинуть, у меня ее пару раз чуть не сдуло. Ну, в смысле, тебе скинуть, но я забыл. Онлайн, мероприятие, да, ваше небольшое фактическое подтверждение, что ты все-таки... Реклама Red Bull. Фотографии. О, самое-то главное. Дистанции. Пока основная масса у вас спортсменов уже забегает на 21 километр. Отбольше. Первый офлайновый забег сезона. Мы едем домой. И со щитом, а не на щите. Я пробежал так, как я хотел.
И я очень боялся ветра, но оказалось, что это не так страшно. Во-первых, потому что, ну, я на самом деле знал, что будет не так жестко. Я знал, что будет ветер сильный, но тот прогноз, там, 10-20 метров в секунду, там, почти шторм, да, это все-таки на определенной высоте, там, по-моему, на 10 метрах от земли фиксируется. Вот, все-таки, когда ты бежишь по городу, внизу, это не так жестко, но тоже порывы ветра были сильные, ветер был шквалистый, но в целом он дул в одно направление. Это значит, что половина трассы проходила со встречным ветром, половина, получается, с попутным. Вот. Ну и где-то там просто вбок дуло, и непонятно, то ли это тебе помогает, то ли мешает. Вот, и в целом было тяжело очень первую половину трассы, потому что я стартовал чуть позже, чем пейсмейкер на час 30. Ну, то есть, он там сразу в первых рядах оп и ускакал, а я встал так, что, ну, мне пришлось... Там запуск был по 5 человек. По 5 человек за раз, и каждые 5 секунд вот такие порции запускали на старт. И я, собственно, вот только через минуту после пейсера стартанул, мне пришлось его догонять. Я весь, все 10, там, не знаю, 10 километров я его догонял, если не больше. То есть, весь первый круг. Это значит, что первую половину трассы я бежал сначала один... Ни за кем пристроиться не получалось, потому что я всех там как бы обгонял. В общем, было тяжело в одну сторону. Потом мы развернулись, побежали в другую сторону. Это все тоже как бы, ну, первая половина трассы, да, она туда и туда. Получается, первая десятка. Вот, то есть вторые 5 километров я бежал с попутным ветром. И вот там было легко. То есть ты расслабляешься, ты можешь бежать где-то по 4.05-4.09. И где-то ты можешь даже быстрее, но ты понимаешь, что надо сэкономить силу. Вот, когда я бежал по ветру, то темп был не выше, ну, то есть 4.17, да, целевой, там, 4.16, это максимум, чего я мог, как бы, достичь при ветре. Я где-то старался, там, 4.15 выжить, но сразу пульс, там, завышался, я чувствовал, что так, ну, далеко я не побегу. И пейсер, зараза, далеко, я не мог за ним встать. Вот, а потом, когда я его догнал, следующую половину трассы, получается, вот эту 15, ну, с 10 по 15 примерно километр, когда нужно бежать против ветра, я зацепился за ним, и мы там бежали втроем, потом вообще вдвоем остались с этим пейсером, ну, то есть вдвоем с чуваком и пейсер. Вот, и плюс-минус он нас защищал от ветра. Понятное дело, что от сильного ветра там, ну, не скроешься практически. Это все равно лучше, чем бежать в одного. И он нас протащил. Действительно, вот всегда в компании бежать лучше. Всегда. Когда ты бежишь один, ну, прям тяжело. Мысли всякие какие-то тяжелые лезут в голову. Там, добежишь, не добежишь, сбавить, прибавить. Хватит сил, не хватит. Вот. Здесь, ну, короче, с пейсером я вот эту, где-то километров 6-7 я, наверное, с ним пробежал. И потом мы развернулись. И получается финишная прямая. Вот эти все там 7, ну где-то 6 там, километров. Была с попутным ветром. То есть можно было снова и расслабиться с одной стороны, но при этом и вжарить, потому что надо наверстать то, что потеряли на ветре. И, ну, в общем, я классически разложился. По факту у меня вторая половина дистанции быстрее. И как всегда я думал, могу ли я быстрее добежать? Могу, вот сейчас, точнее, я думаю, мог бы ли я чуть-чуть быстрее это сделать, там, не час 27 и 22 секунды, а мог ли я там эти 22 секунды еще, ну, быстрее пробежать и выбежать вообще из часа 27, да мог, конечно, вот всегда так кажется, но где-то опять я себя, может быть, чуть-чуть пожалел или еще что-то, вот терпешки вот этой какой-то не хватает, не хватает понимание, насколько я могу долго терпеть на пульсе, например, там 170-175. То есть, понятное дело, что десятку я там бегу на таком пульсе или даже чуть выше, в средней, но половинку я бегу, ну вот, получается, посмотрел, как у меня средний пульс 166-167, это край как бы. Вот. И по идее я не доработал, то есть считается, что надо, ну, можно потерпеть чуть побольше. Но я вот как-то, может быть, себя где-то пожалел или что, но, по крайней мере, в конце мне было хорошо. Хорошо, в смысле, тяжело. И, ну, там, последние 2 километра я нормально поработал, по 4.0 примерно. Ну, после 20 километров это как бы нелегко. Вот, как-то так. Ну, мне понравилось, в общем, Казань и первый офлайновый забег. Все прошло супер. Я теперь знаю, что погода не так страшна. И хуже было бы, если бы было жарко. Я пил на каждом пункте питания. По чуть-чуть где-то. Съел один гель все-таки. Я взял его.
я считаю, что он пригодился, потому что под ветром ты тратишь много сил и не помешает заправиться углеводами. Я там где-то на километре 11 как раз жахнул перед пунктом питания, запил. И каждый раз я там вот на пунктах питания, через каждый получается где-то километр 4 они были, наверное, пил по... Она даже где-то даже чаще, то есть там из-за того, что они после разворотов там стояли и напротив, и как бы ты с одной стороны попил, потом с другой попил. Вот, и глоток где-то миллилитров 50-100 я делал. В общем, жидкости мне хватило той, которую я заправился на прошлый день. Я рад. И подвел школу бега, тренер, он меня верил. Самое главное, что я везу победу домой, такую победу. Ну, для себя победу, прежде всего, для нашей школы бега, для нашего автобуса страданий, потому что ребята, ну вот я там, получается, побил личники некоторых ребят. Пора бы уже было, пора. Вот, и теперь... Я передаю эстафету им, они должны тоже подкачаться, подтянуться и где-нибудь на каком-нибудь старте осенью сделать меня, если получится, конечно. Вот. Вот. Спасибо, друзья, что поддерживаете.